У него там можно эти какого репутацию поднимать, покупать всякие штуки для создания оружия для оператора. То есть не для Warframe, а для оператора. Пацана или кто он у тебя там, с которого ты бегаешь. Это вот если от Канзу, то вот ворота перед тобой, а тебе нужно в правую сторону от ворот бежать. Там находится. Я оператором редко бегаю. Ну, он нужен для того, чтобы вот этих террористов убивать, здоровых боссов. А ты где мы тогда с тобой были? Ой, не знаю. Я с тобой. Там он этот еще ракетный удар накидывал. Ну, он здоровый такой, короче, на все. Когда на равнины выбегаешь, там такой. А, в этом в смысле здесь? Не, здесь да. Нет. С него разные моды падают, статуэтки, всякая такая фигня. Эти, как они называются, мистификаторы, которые улучшают способности, ну, не способности даже там. И Warframe, и пухи Warframe, то есть такое дело. А переберщики, это что делать надо? Кого-то спасать? Да, там провести, короче, нужно их. Ладно, пойду качать клинок. Хочешь на этих нацетах все поосваивать? Цетус. Ну это где мы были? А нет, да чё я там узнаю, я уже там все пробегал ради интереса. Пещеры какие-то по открывам, там задание было. Что такое? Там я просто я хочу как, ну ничего ж нету нормального. То я хочу себе хотя бы 8-й уровень набить, чтобы этот. Взять нормально более оружие. И 9-й, чтоб Игнис призрак. То я смотрю, с ним многие бегают. Ну, против зараженных неплохо, ты и так, в принципе, ничего, если его покачать. Чё? Он против зараженных неплохо, да и так, в принципе, если его покачать. Ну, я смотрю, у него как бы врожденный огненный урон, а там уже можно комбинировать его. С газом, с радиацией. Ну, это да. Даже на этот, на фарм кредитов, смотрю, многие с ним, я так понимаю, бегают. Ну, у кого ничего лучше нет, если не бегают. Ну, а что брать? Ну, как бы под основное, чтобы вытаскивать. Мне плазбор нравится. Как кто? Дробовик. Как ты назвал дробовик? Аркплазмор. Аркоплазмор. А, все нашел. А, ну он 10 уровня, в принципе, тоже смогу собрать. Ну мне до него еще очень долго. И далеко. С него даже целиться не надо, просто стреляет вперед и все. I need you to find it first and bring it back for study. Make your way to the waypoint to accept this mission. Блин. Из тонов только Монтас и Кронен. И все. Все Кронен, кстати, тоже не собрал. Чего? Кронен, говорю, кстати, себе тоже не собрал. Прайм или обычный? Прайм мне помогали за 75 платин. У меня клинка там не хватает только. Не, он прикольный. Мне вот, он нравится особенно в этом
скине День Мертвых. И с Умброй смотрится, в принципе, шикарно. Но Вонтус больше нравится. Правда, вот тяжелее добыть. Все равно у большинства на разрез иммунитет. А у Бунтера пронзание, так что. А атака с разворота, это же получается просто комбинация, правильно? Ну атака с разворота это через контру. Ctrl, Shift и бьешь. If you don't take this mission, the enemy will certainly recover their drone. Too late. The enemy has recovered their drone. Кстати, модов разлома на ближку много? На ближку вот один. У меня в принципе только основной. А ты его открыл? Нет, не могу. Там нужны эти медальоны найти. Я пока ничего не нашел. Ну, синдикатские, да? Угу. А ты мод возьми на поиск этих предметов. Либо в Warframe, либо в этого стража воткни и бегай. Он тебе будет показывать, где что валяется. И на синдикатскую миссию на какую-нибудь. Там легко, на самом деле, все это делается. Синдикатская миссия, в смысле? А что там? Ну, тебе медальоны же нужно найти, да, синдикатские, я так понимаю. Ну да. Ну, на синдикатскую заходишь вперед. Там, в смысле, они выпадают или за награду дадут? Синдикатская миссия? Да. Это вот колесико такое на карте сверху, когда выбираешь, там же, где и резня. Там выбираешь синдикаты. И... Ну, я понял. Которые прокачиваешь, что-то выбираешь. А там просто бегаешь по ней и ищешь. И там валяются. Правда, по-разному выглядит, в зависимости какой у тебя синдикат. У меня сейчас... Не как обычные ящики, они там маленькие такие штуки на земле будут валяться. Но они же отмечаются как-то. Да, они на карте как ящики отмечаются. Ты если вот мод поставишь на поиск предметов Warframe, либо в этого, как он называется, стража, то они тебе будут показаны. Вообще замечательно, знаешь, как эти берешь носитель, короче, с синди-цефалоновским модом, который разбивает все ящики. Просто проходишь, видел, он, короче, да. Разбивает все. И то, что он не разбил, там по-любому должен быть. Либо статуэтка, либо вот как раз таки вот эта штука. Не, у меня нету этого мода. Ну, он 75 тысяч репутации цифалона стоит. А, ну тем более. Какая, подожди, на модного мод спутника на или на Warframe?
Ну, носитель а, это... я без эмод говорю. Носитель я знаю, что он... А на Warframe там тоже есть там какой-то поиск ящиков или что-то такое. Забыл, как он называется. Он бронзовый. Он да я понял про что-то. Да, пока его еще не нашел. Точно не помню, как он называется. Да и смысл мне его сейчас открывать? Я его как бы... Нет, ты просто бы его открыл, да, и посмотрел, на какое оружие у тебя мод разлома. И от этого уже оттолкнулся бы, допустим. То есть, если у тебя на это оружие мод разлома, господи, допустим, какие-то вот у тебя как-то болтокс хочешь, да? То берешь болтокс, собираешь, втыкаешь этот мод разлом, чтобы у тебя была пука, которая прям нормально убивала чуваков. Да я понял. Не, ну это понятное дело, но до бомбоса мне там еще репутацию надо вкачивать, как я не знаю что. Не, ну я имею в виду, я же не говорю, что тебе именно на болтокс упадет. На что упадет, то и взял и прокачал. Не, ну это я понял, но я больше предпочитаю то, что нравится. Кроны меня сейчас хорошо устраивают, даже на фарме кредитов они нормально справляются по дамагу. Ну, не первый, конечно, но второй по большей части меня обходят, в основном, кто с пушками бегают. То, что ты называл дробовик этот, с аркой, или же с Игнисом. Мне, в принципе, нравится Warframe чисто из-за того, что как бы тут не столько выбираешь оружие, сколько, ну, под свой стиль игры можешь что-то подстроить под себя. Можно вообще тупо Warframe убивать тоже. Ну да, или просто... Либо вообще никого не убивать. Ну не знаю, вон у меня сейчас Умбра, я качал его на клинок. Призрачный. Вообще огонь. Поток, обтекаемость. Умбра чё хорошо, он дается сразу прокачанный. Сразу. Ну да, только вот у меня теперь это. Есть такой момент, что жаба душит, полярность ему воткнуть. Не, полярить его тоже надо. Да я не спорю, полярить-то его надо, но. Блин, если попадется Зенурик, вообще печаль. Подожди, а можно же заполяренную ячейку переполярить? Да. А, то я что-то вчера думал заполярить, но потом так посмотрел, что если Зенурик мне воткнется, у меня там в принципе ничего нету на него. Мне нужен в основном Базарин, по хорошему счету, или Нарамон. Потому что то же самое перенаправление, он 14 единиц съедает у меня. Ты в ВК билку не посмотри, там неплохое, там перенаправление не надо. Господи, перенапряжение, наверное. Перенаправление это, которое щиты дает? Ну да. Не, оно не нужно, там ХП лучше поставь. Не знаю, меня спасает лично. Не, ну... Там просто фишка в чем, когда ставишь... Че, я его не убил, что ли? Вроде убил. Ставишь мод в этот в клинок, который тебе жизни восполняет при концентрации. Один раз тыкаешь, короче, у тебя фул ХП сразу. Когда у тебя там много ХП, тебе наоборот плюсом будет. Ну да, ХП у меня сейчас много за счет живучести. Живучесть дает 630% здоровья. Только он еще не на пределе вкачан. Просто фишка в том, что на Умбре у тебя стандартный он уже мод на живучесть стоит. Не, я знаю. Я же тебе про этот мод и говорю. Я его вчера вкачал практически до максимума. Тут двух единиц не хватает. И он мне сейчас дает 630. Перенапряжение, вот это перенапряжение. Забыл. Не перенапряжение. Перенаправление. Ну да, перенаправление. Да, оно не нужно тебе. Ну, 420 щита, в принципе, тоже неплохо. Не, то не знаю, что ты с ним хочешь сделать, но оно так не нужно. Есть не билды знаю, в этом вот... ВК, не, и на не него делал. Именно, и на дамаг, на фулл меч, на все способности там.
Там есть на выживание билд. Вот именно с этими клинками. Там, когда у тебя мало хп, просто тыкаешь этой клинком. Один раз мечом, он тебе восполняет все хп. Поэтому достаточно неплохо. Пока. Да, нет. А щиты, если тебе мало щитов, бери стражика, который восполняет их, он тебе будет юзать. Не, страж мне их восполняет, все нормально. Ну, не знаю, я просто привык, что я как бегаю поодиночке в основном сегодня этим. На Цетусе. Не, ну да, на Цетусе. Качал на клинке. Побежал себе со спокойной душой. Щиты особо и не падали у меня. Под кронами. Бегают только в подкате и все. Одно радует, на кратковременное усиление минус 20% длительности не действует на клинок. Пойдем глядеть, что он там открыл. Тут, конечно, болевая точка жертвы меня больше всего убивает. Очков съедает немерено просто. На пятом уровне дает 75% урона в прежнем бою, когда обычный мод болевой точки почти 120. Ну да, 120. Опять сильвые гиды, да что ты будешь делать? Уже третий мод разлом на сильвые гиды падает. Сломан на дробовик Гары выпал. Блин, я пока вспомнить не могу, зачем я качал доблест. Это хоть стреляй меня. Кого качал? Доблест. Че за доблест? Ну, фракция доблестная. Круг. Спаночки. Ты, наверное, имеешь в виду фракция синдиката, это вот... Стальной меридиан, да-да-да-да. А доблесть это именно... Это ранг. Да. Чем больше ранг, тем больше ты у них можешь всякой фигни забрать. То есть, допустим, если ты прокачаешь на фоллово, тебе будут доступны моды там определенные. Не, я знаю, я просто пытаюсь понять, что я из этого всего хотел. 2 года назад. Вообще все пригодится на самом деле. А, вспомнил, у них же там мод на Excalibur есть. Ну, хроматический клинок, да, тоже неплохо.